И снова всем здравствуйте. Очередная у нас прогулочка сегодня завершилась. Прогулялись. Фух. Маленечко побегали по этому месту. По красивому. Сейчас сходил, водички набрал. С ключика, с холодненького. И все, и домой мы сейчас потянем. Вот такие дела у нас сегодня с утреца. Прям здесь хорошо. Сейчас покажу, как здесь хорошо. Здесь вот так вот. Ёлки, как всегда. Палки. И вот так вот, так вот. Даже гости летают. Такая вот елочка здесь есть. Елку встретил. Смотри, сколько у него макушек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 или 7. Вот такая вот она. Ну-ка я ее сейчас поближе попробую. Вот. Вот такая макушечка у нее получилась. Хорошая. Длиннющая. Тощая, стройная, как кипарис. О, она даже в экран смартфона не влазит. Ох, какая. Ого, вот так вот. Ладно, перевернемся. Я говорю, елка ядреная. Ключик вот тут внизу. Фух. Тут вот такие елочки. И солнышко. И вообще уже жарко. Надо бы куда-нибудь в тенечечек. Ладно. Потюктярили. Тут колбишка только вылазит. Вот она. Такая тощая-тощая. Вот такая. Это северная сторона. О, нам повезло, тут связь есть. Вот она. Она еще не дергается. Такая. Сейчас. Вот так надо. Ну все. Молодец, поход собрался. У него рюкзак мне нравится у него. Да, вообще ништяк. Туда можно самому залечь его. Тут 120 лет. Ну я тебе говорю, можно самому залезть туда. Два пакета колбы, все. Больше не входит. Два пакета колбы, это 100 пучков. Все, вперед. Нам туда. Полезем. Вот Марин корень нам попался. Вот он. Вот сколько. Бутончики. Да, уже на цвету. И здесь. Здесь он тоже. Сейчас вот как бабахнет. Как бабахнет. Такой красивый будет. И вон они. И вот тут навалом. И вот тут навалом. И вот оно еще. Фух. 100 лет я его не видел. Прям соскучился. Ладно, пойдем еще, пока камеру не буду выключать. Вот еще лезет. Вот он еще лезет. Тут смородинка свеженькая вон пошла. Можно набрать. Посмотри. На чаек. А? Колба. Покажи. О, колба как ревень. Палец толщиной. Смой. Ну-ка подожди. Вот он. Ее навал. Смотри. Чуть. Поменьше моего пальца. О, да толстая какая. Тут хорошая колбишка прям пошла. Это потому, что мы домой пошли же. Это же закон подлости. Как только про дом проговорили, все. Бегали больше, искали, искали. Ну, собирали мы. Вот пакетик у меня есть.
Вот все колба, да? Это все колба, да? Это все она такая. Пень трухлявый. Тут змеи нигде нету. Ну вылазь. Точно он трухлявый. Он весь качается. Нет там змеев. А то в прошлый раз у меня убежал в такой пень. И я его не мог разворотить. А это он сам. Само все разворотилось. И змеюки нету. Все. Серега лопушки собирает. Здесь, видать, толстенькая пошла. Хорошая, да? Ну да, прям мимо нельзя никак пройти. Бля, глаза завязать надо. Буераки. Я говорю, Сань, кроме нас сюда, вот она, кроме нас сюда не ходил. Может быть. Я не видел следов вообще-то никаких. Старые, есть старые тракторные. Как вот трактор здесь ходил лет 20 назад, 15 может быть. И все. В елочке. Папоротник лезет. Рябинка, маненечка. Нам еще надо сейчас вниз спуститься. Потом еще один косогор сломать. И мы будем потом... Нам вниз не надо. А? Нам вниз не надо. Как не надо? Ты по-любому сейчас вниз пойдешь. Не надо нам вниз. Не надо вниз? Да. Хорошо, не надо. Давай вверх. Тут пойдем. Ложок. Вот ложок. Вот он ложок. Вот нам. Левее, ближе к горе. Вот мы в прошлый раз с тобой вот в этом ложке лазили. Да. А тут, сейчас я, если есть здесь, покажу. А здесь нету. Вот по такой же. А нет, есть. Есть саженцы посажены. Вот один. Вот второй. Вот второй саженец. Вот, третий саженец. Вот четвертый саженец. И вот он, отломали. Вот саженцы здесь. Маленько, но хоть подсадили. Все, нам вон туда надо вылазить. Вон туда. А говоришь, в лог не надо. Ну вот мы в лог и спустились, сейчас подниматься будем. А мы-то на то, сюда, ниже. Муравин, муравинная кочка. Кочка муравинная. А вот маленькая елочка. Совсем махочка еще. Сантиметров 70-60. Ну покажи. Дай посмотрю. Так вот. Хорошенькая прям. Пучочек прям ядреный. Толстенький. Сам бы ел.
Ну уже все. Сам бы съел, блядь, да? Да, я сегодня обожрался ее аж до изжоги. На голодный желудок. Устроил неприятности я сегодня всем, которые во мне есть, если есть. Фух. А тут елочки есть? И тут елочки есть. Так они хорошо посадили-то, смотри. В каждой этой. В каждой борозде, вот где трактор прошел. Это елочки. И тут, наверное, елочки должны тогда быть. Наверное. Вот они. Ну, молодцы лесники, работают. А что это? Вырубили. Тут же деляна по-любому была. Лысо все. Все. Навыгуливались мы сегодня с утреца. Прям... Ну, сейчас 11 час, а мы уже домой идем. Да, 11 час, а мы домой. Час 11, а мы домой. А почему 11 час домой? А потому что мы еще 5 не было, мы уже из дома. Тут из дома. О, здесь тропинка какая-то. Прям или вода промыла, или трактор прошел. И здесь вот как дорожка идет. Скоро мы выползем уже. А идешь, пыль, блин, столбом. Пыль столбом. А нам куда дальше? Ну, вот так вот и пойдем сейчас потихоньку. Как тебе сегодняшняя рыбалка в горе? Ништяк. Ништяк. Порыбачили мы хорошо на колбу. Вот тут нарыли вот эти вот кочки. Они прям как с бетона сделаны. Мышки эти, наружки, или кто это накопал. Все. Отключаюсь я, наверное. Хорош. Всем пока за сегодняшний день. Там были, внизу, далеко туда.